В Кировской области люди тонут. Каждый день только за последние сутки в водоемах региона погибли 5 человек. В Орловском районе утонули сразу 3 жителя республики Коми, все 2000 года рождения. Как пишут в паблике «Типичный Орлов», молодые люди недавно закончили обучение в Кировском вузе. Видимо, отправлялись домой, в Коми. На берегу реки Вятки они решили искупаться. Двое из приятелей начали тонуть, остальные бросились им на помощь, но не сумели вытащить ребят. Третий молодой человек, пытавшийся спасти своих земляков, тоже утонул. Также, по сообщениям полиции, утонул мальчик 2008 года рождения в карьере неподалеку от Кирса Верхнекамского района. Тело пока не нашли. Еще один человек утонул в Котельниче во время купания. В реке Чернянице. Труп мужчины 98-го года рождения уже извлекли из воды.